Строительство коттеджного поселка «Березовая роща» является частью программы жилищного строительства ОАО «Северский трубный завод» на территории Полевского городского округа. По инициативе Северского трубного завода было создано некоммерческое партнерство «Березовая роща», которое взяло в досрочную аренду участок земли под строительство. В первую очередь поселка включает 120 двухэтажных коттеджей под ключ площадью около 156 квадратных метров, расположенных на земельных участках размером 8 соток. Для сотрудников Северского трубного завода, участников строительства, планируется организовать ипотеку СКБ банка. В настоящее время к строительной площадке подведено временное электропитание, отсыпана подъездная дорога, ведутся земляные работы. Первая очередь «Березовой рощи» будет сдана до конца 2011 года. Одновременно с возведением коттеджей будут построены детские площадки, выполнены работы по благоустройству, а также предусмотрено строительство магазина с участием предпринимателей Полевского. Включение проекта в федеральную и областную программу развития малоэтажного строительства позволит привлечь дополнительные средства на создание инфраструктуры поселка, в том числе строительство подъездных и внутрипоселковых дорог, сетей, водо- и электрогазоснабжения, канализации, и установить стоимость квадратного метра в пределах 20 тысяч рублей.